человек уже мелькал на видео. Сегодня мы возьмем у него небольшое интервью. Как писала Луганская газета, из боксеров футболисты, а дальше из футболистов в моряки. С грязью князя. Это Игорь Леонов, он моторист, будет менять меня через 2 недели, может через 3. Игорь, ну что ты можешь рассказать про себя? Еще не механик, но еще и уже не моторист. О себе, ну что рассказать? Ну давай работа сначала, как ты вообще, как так получилось, что ты из футбола попал в моря вообще? Как ты вляпался в моря? Да, первая съемка это пробная, потому что у меня пару вариантов, как я сюда попал. Игорь, а с девушкой у тебя тоже все пробная съемка? У меня такой дом, замуж надо выходить, Марин Кузьмич. Женихов у нас хотят добавляй, любой на выбор. Сзади свой край. Да есть у нее жених, Сергей Владимирович. А где же он? Моряк плавает. Тихо задавить. Моряк? А зачем же целинницу выходить за моряка? А что ж такого? Моряк торгового флота. А как величают его? Ёрошкин Захар Сидыч. Михаил. Первый раз. Ну, ну так, сказал, извини, так извини. Я ей сказал, но получилось все серьезно. Вариантов много почему. Ну, наверное, потому что... Все это твои чувства? Наверное, потому что... Потому что мне не хочется работать целый год. Это все, что прозвучало, потому что у Игоря уже сейчас полгода. Когда я уеду, у него будет 6,5 месяцев, ему дадут контракт на 5. Он год отсидит. Вообще, на самом деле, я вообще как бы актер детского драматического театра. Вот, на этом, как говорится, хер на жизнь заработал. Ну это мы запикаем. Ладно, Игорь, нормально, рассказывай, как так получилось, что ты попал? Может, у тебя там папа моряк, брат моряк, там родственники моряки, или ты смотрел всю жизнь морские фильмы? Я вот походил по разным странам. Другой запрос к жизни. Чин, виски, разные там коньяки. Все же стоит денег. Ты же сам понимаешь. Говорит, а как же получилось, что ты... Из спорта пришел в моря. Пришел, перешел. Ну, я думаю, так как и все здесь на пароходе, просто ты понимаешь в один момент, что на суше зарабатывать очень тяжело. Нормальные деньги для жизни. И идешь в эту железную тюрьму тут. Как это железная тюрьма? Многие в комментариях под папиными видео пишут, что они нет, на самом с радостью... деле я пошутил, я вообще как бы с огромной радостью хожу в рейсы. Здесь не работа, а сказка. Здесь платят деньги просто... А у вас какая специальность? Я механик. Могу быть шофером, трактористом, но вообще думаю переходить на руководящий. Правильно, правильно. За отдых. Хорошо, это все сарказм было, а сейчас вот по-настоящему. Вот некоторые в комментариях под видео пишут, что баба говорит всю чушь, и они с радостью едут на контракт, и с радостью едут с контракта. Ну, мне кажется... Вот, допустим, ты на контракт едешь тоже с такой большой улыбкой? Конечно, я еду очень счастливый. Нет, ну, на самом деле, я, конечно, очень расстроенным еду. А когда приезжаю на пароход, еще больше расстроен, еще где-то неделю ты приходишь в себя, привыкаешь. Работа действительно непростая, как кто-то говорит, и тот, кто рассказывает, что они с удовольствием едут в контракт, то, мне кажется, это немножко нездоровые люди, как минимум. Ну, допустим, хорошо, можно с улыбкой ехать на контракт, когда ты понимаешь, что у тебя нет денег вообще. Ты этого контракта ждал уже где-то год, у тебя ничего не получилось. Тогда, наверное, да. Тогда, наверное, да. Согласен. Тогда еще нормально. Когда у тебя 10 тысяч долг за телефон, ноутбук и Deo Lanos, тогда, скорее всего, да. Игорь, расскажи про то, как ты попал на первый контракт в V-Ships. Что ты сдавал, что ты проходил? Как... Ну, опиши весь свой путь. Я, как все начинающие ребята, начинающие моряки, обратился в V-Ships. Помимо этого, еще контор 100 обошел. Вот. V-Ships, наверное, та компания, которая я думал, что точно меня не возьмет в рейс. Ну, почему-то это как бывает в жизни. Почему-то именно V-Ships обратил на меня внимание. А я сдал тесты английского. Как ты, кстати, готовился? Я готовился в интернете, смотрел онлайн, как проходят ребята в онлайн. Марлинс, CES, сам что-то выписывал.
для себя. Ну, то есть ты выучил два листа слов, правильно? Про двигатель, про инструменты, про safety equipment. Да, то, что есть на сайте. Потом ты с ней, получается, говорил на английском языке немножко. Устная собеседование. А потом сел за тест. Ну, сколько ты на тесте набрал первый раз? На тесте я набрал первый раз, я сдавал на рядового. Я набрал 70 баллов. Ничего себе, тебе можно познать. Ну, если честно, я думаю, что мне повезло, потому что, мне кажется, я недостаточно подготовился, но тем не менее. Ты хорошо знаешь английский язык? Нет, не сильно хорошо, но... А как же, вот многие спросят, Игорь, а в чем твой успех? Как ты так не знаешь английский язык и сдаешься 70%? Ну, потому что все мои чувства... Наверное, потому что... Потому что, ну, как минимум, когда ты немножко стараешься, я думаю, что воздается что-то. Хорошо, а как же ты сдал механика-наставника с первого раза? Нет, механика-наставника я сдал с горем пополам со второго раза. А ты готовился вообще да, к тем вопросам? Первый раз я на самом деле особо не готовился, почему-то была такая уверенность, что я легко сдам. А потом... Ну это как, понимаешь, как и впечатление о тебе, обманчивое. Вначале ты думал, что ты умный парень, но после общения... А потом оказалось, что вопросы действительно высокого уровня. Уровня, ну какие тебе вопросы задавали? Были вопросы, наверное, уровня второго механика. Ну, самые стандартные вопросы – это тепловые зазоры. Это третьего. Это раскепы, это принцип действия фреш-вотер генератора. Ну хорошо, да, ты рассказываешь про собеседование, которое было сейчас, на механика. Да. А когда ты пошел вайперу? Когда пошел вайперу, не было собеседования. А вообще не было? Так с этого надо было начинать, что его не было. То есть это ты сейчас сдавал? Не, я думал, ты знаешь это. Откуда я знаю? Я ж вайпером не ходил. А почему ты именно тоже вот пошел вайпером, а не практикантом? Почему ты? Потому что зарплата была больше? Потому что другого варианта не было. Как бы в рейс уже хотелось уже попасть на пароход. Вообще, ну хорошо, вот я, ты мне рассказывал, что ты сходил в рейс вайпером, сколько контракт длился? 6 месяцев. Какой это год? Какой год? Да. Ну, это был декабрь 2014, и контракт закончился в июне. Ну, хорошо, а почему ты потом в рейс не пошел? Почему ты вот работал там на буксире где-то? Да, я работал на буксире, потому что, ну, как бы мне предложили через 2 месяца после того, как я приехал домой с последнего контракта с Чиланга, мне предложили сразу рейс на другой газовоз, Sistership. Вот. Ну, наверное, потому что... На Анголкасай? Да. Который больше? Да. Типа Sistership? Ну, я думаю, что я нормально себя зарекомендовал, как бы без такого пафоса. Вот. И мне сразу предложили. Не надо кривить душой. Но контракты, к сожалению, очень длинные. И я решил все-таки побыть дома, плюс и у меня завязались новые отношения с очень хорошей девушкой. Эх, мог ли я 2 месяца тому назад мечтать о такой сказочной жизни? Ой, спасибо. Ой, пустяки. Сейчас уже с моей любимой девушкой. Так это разные девушки? Были разные, получилось, что сейчас это одна девушка. Вот, и не совпадало у меня немножко по срокам, потому что контракт предлагает на 8 плюс-минус 1. Ну что же вы заставляете девушку страдать? Ничего, товарищ. Как звать-то? Сергей Владимирович. Ничего, Сереженька, любить крепче будет. А может, она замуж вышла, пока вы плаваете? Замуж? Нет, этого не может быть. Я ее люблю. Я женюсь. Эх, пора пришвартовываться. Надо бросать якорь. Закон моря. А экзамены у меня получалось уже через 6 месяцев. Ну хорошо, получается, ты вот сдал эти все тесты. И элементарно, чтобы не сидеть дома, я пошел, просто появилась возможность поработать на ХТС. Это ВРК Восстановки, Азипода, Rolls-Royce, там современные буксиры. Вот, компьютеризированные, я решил поработать. И сколько ты работал на буксире? Я работал 4 месяца мотористом, потом сдал госэкзамен и получил диплом третьего механика, третьего разряда, и начал работать уже механиком. Ну, если не секрет, сколько твой оклад был? Ну, если в долларах, то $300 механиком. Ну, ради этого стоит учиться? Ну, помимо
Не надо. Помимо механика, было много разных благ в плане того, что я работал сутки через трое. Можно было иногда на рыбалку сходить там. Понятно. Ну ладно, хорошо. То есть ты, получается, сдал все эти тесты сейчас, и вот тебя продвинули в механике. Ну, я когда ехал в этот контракт, на самом деле, мне почему-то уверили, что, как говорится, места забиты. Все получилось, на самом деле, как-то неожиданно. Я ехал, на самом деле, работать здесь мотористом, контракт-мотористом. Ну, так, в течение обстоятельств получилось, что меня поставили механиком. Ну, еще не поставили. Все, тебя можно скоро поздравить поставили. С этим. Трудился все эти 6 месяцев, оставался на подвахте, когда я вообще целый день круглосуточно работал. Ну, в этом случае можно сказать, да, что труд зря не проходит. Когда стараешься всегда что-то, ну, когда долго что мучишься, можешь, что-то получится. Что ты можешь пожелать будущим морякам, которые у тебя будут смотреть это интервью? Что посоветовать, возможно? Ну, с чего посоветовать, начинать? Как говорит наш уважаемый старший механик, думать. Первым делом думать и стараться. То есть у тебя может быть капля таланта и ведро пота. Надо стараться, даже когда ты не веришь в то, что, например, там ты там скоро станешь там механиком. Есть некоторые ребята, работают мотористом там по 5 лет и уже не знают вообще, как стать ним. Но бывают такие случаи в жизни, что ты не ожидаешь, а получается так, что. Может, кому-то привет ты хочешь передать? Привет, конечно, хочу передать своим близким Александру Антимонову. Ну, он тут и так Геннадию сидит. Антимонову. Смотрел его блоги, очень понравилось. Жаль, что когда я почему-то собирался в рейсы в 2014 году, как-то я ничего не нашел подобного интересного. Мне кажется, что такие видео очень нужны начинающим морякам. Да и просто, мне кажется, ребятам, которые там не могут себя найти в жизни, я думаю, что такое видео просто может смотивировать человека на хорошее будущее.